так громко встречают каждый удачно получившийся у выступающих сложный элемент. В день закрытия соревнований гимнастки показали все самое красивое и яркое, что умеют. Турнир завершили показательными выступлениями. Сочинская волна – это ежегодные состязания, которые проводит вторая спортшкола Олимпийского резерва среди своих воспитанников. В соревнованиях участвовали 100 человек. Это гимнастки нашей детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва. У нас неплохие результаты показывают детки. Сегодня на курорте даже небольшие, как сочинская волна, турниры активно поддерживают местные власти. В церемонии закрытия приняли участие депутаты городского собрания Сочи. Народные избранники поздравили гимнасток с победами, вручили подарки и приняли участие в награждении лучших. Глава города ставит задачу перед не только депутатским корпусом, но и перед учебными заведениями, чтобы каждый ребенок, каждый учащийся занимался каким-либо видом спорта. Поэтому городское собрание и мы, депутаты, всегда активно поддерживаем все виды соревнований. Мы должны не только быть курортным городом, но и спортивным городом, чтобы у нас уже есть олимпийские чемпионы в городе, чтобы они только прибавлялись и не убавлялись. Кроме грамот и медалей, многие гимнастки по результатам турнира получили и более высокие разряды, а главное – возможность защищать честь школы на городском турнире по художественной гимнастике, который в Сочи стартует уже завтра. Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.